принимаем решение исполкома. Ни в одном из пунктов это нет. И никто это не понимает. Ну вот мы, слава богу, на комиссии понимаем, о чем мы идем речь. И больше никто не понимает. Но департамент ЖКХ, по идее, должен это все. Если он это, эти условия, он должен включить. Да, но только, только у него это в полномочиях нет. Вот в том и дискуссия. Вот в том и вилка получилась. Доработать решение, и в принципе это важно, потому что иначе я просто буду его бомбить потом дальше по всем пунктам. Не может быть в городе услуги, которая выдается за подписью, с печатью органа местного самоуправления, и которая не входит в перечень. Но это какая-то Башканская республика тогда. Еще и за подписью начальника какого-то управления. Да, за уваження до проєкту. А як же? З приводу прислуги. Жодний з органів виконавчої влади. Ну, получился пробіл такий, да. При зміні от этих положений про виконавчої влади. Ну, так упущено, ну, так упущено. Туда убежало, туда не дошло. Понятно, все учли. Значить, нужно не виносити на исполком. Значит, давайте дадим рекомендацию не приймати рішення виконкому. Так, про ми вже робили. Що в цілому? Голосуємо, є ще питання? Доопрацювати. И рекомендация, что всем управлениям, ну хотя бы вот напишите мою пропозицию, архитектура и земельное управление на даты технологичные карточки, потому что там еще будет тоже и выконушен. Подождите, карточки на сегодняшний день есть. По этому решению здесь, если оно будет принято, там идет срок, до какого не должны она выйти свои же исполнительные карточки. Нашу 30 раз одно и то же. Для того, чтобы не ждать потом оновления, а принимать документ, который будет живой и работающий. А у нас так, движение все, конечная цель ничто. У нас так до 31, по-моему, августа был департамент ЖКХ, ответ по комиссии. Ну, я тогда просила пригласить на вашу комиссию, да, экологию, экологию и ЖКХ. Все, что будет. Напиши за мной подпись, рассрочи все прошло. Допрацювати що? Положення про архітектуру чи департамент ЖКХ? Чим ми позовтра займаємося? Допрацювати робочий механізм. Якщо ви являєтесь ініціатором систематизації адміністративних послуг, то ці адміністративні послуги повинні бути реальними і правильними, а не просто утвердити ще раз перечень, який і так є в законі. У нас же сьогодні все є. У вас что-то добавилось новые услуги? Нет. Зачем мы тогда меняем? Не, давай, у нас там наполовину больше услуг стало, так, чем было бы. Ну и что вам мешает их сегодня выдавать? Ну, вот если мы выдаем. Ну все, так зачем тогда выдавать дальше? В законе мы повинны разработать на решение Минской рады. В законе мы еще должны технологические карточки разработать и сделать услуги от начала и до конца логичными. Не просто утвердить список услуг, которые мы даем, а показать механизм, как мы их выдаем. Или вы не считаете это важным? Так подождите, на сегодняшний день есть технологические карты? Есть. Я могу.